Спустя год стартовал очередной «Урал-вызов», который собрал по своими знаменами большое количество участников. Это и смешанные команды, и женские, и мужские. О, Макс, что такое? Суперстас здесь. Как? И суперстас здесь? Пойдем поговорим, спросим, что он здесь делает. Один, без команды, скорее всего. Стас, привет. Добрый день, ребята. Решил принять участие в «Урал-вызове». Что тебя побудило? Так решил еще раз проверить свои способности и показать самый лучший результат. Ну, мы тебя постоянно на всех соревнованиях встречаем. Ты и по дартсу чемпион, и по лыжам, и по боулингу, и по метанию валенок. Здесь как ты оказался? Ну, у меня на самом деле вообще такая история. В прошлом году мы с ребятами пошли в лес за грибами в южной части, в сторону Гумешек. На улице было плюс 35. И мне настолько стало жарко, что я решил искупаться там вот в районе Гумешек. Все, после купания проходит там дня 2-3. И я начал понимать, что я становиться начал сильнее. Ну, чувствую, у меня в руках сила стала вообще появляться. Потом я стал прислушиваться, у меня слух, ну, начал. Плохо, конечно, на зрение не отразилось. То, что, ну, может, еще будет? Ну, возможно, может, подождать придется. И все, я начал себя испытывать, пробовать. И как раз тут заводские соревнования, я начал везде участвовать, принимать участие. И, как на удивление, первые результаты, то есть я даже особо даже не напрягаюсь, просто в полсилы делаю как бы упражнения все и занимаю первые места. Все удивляются, говорят, в чем твой секрет, ты где-то занимаешься там или еще что-то. Я говорю, вот рассказываю про Гумешки, никто не верит. Вот, и я как бы надеюсь, что мои способности будут развиваться и... Намечусь куда-нибудь на областные соревнования. То есть и сюда я пришел тоже как бы всем показать, что я номер один. И я думаю, что это сегодня у меня удастся и получится. Ну, здесь командные соревнования, не боишься, что ты в один? Нет, конечно, не боюсь. Что, я вообще как бы это... Не зря же меня называют Суперстас. Да, кстати, вот по городу все слышу, все чаще уже и в газете начали писать, и по телевизору Суперстас, Суперстас. Это про тебя получается? Конечно, про меня, да. Вот за счет моих вот этих вот достижений.